Жаренки, наверное, которые мне нельзя. Я люблю с мясом, если. С грибами не люблю. Плов. Я сам его умею готовить. Самое главное, кинза и зира, специи. Ну, мясо, естественно. Жареное, вареное, пареное, какое угодно. Просто к детству повелось, что везде, где было мясо, это были мои любимые блюда. Например, по выходным, когда я ездила к бабушке, это был просто праздник, потому что для меня делали домашние пельмени. Пельмени сближают семью, поэтому они самые вкусные, наверное. Их же лепят вместе обычно, ну, семья, я имею в виду. Вот, ну и вместе кушают их. Картошка с котлетами. Во-первых, мягкая картошка, а котлеты... Нормальная котлета, если нормальная, да. Мне нравится, когда приготовлена гречка с мясом, потому что она самая вкусная еда в мире. Я вот так вот думаю. Ну, потому что я привык, вот 7 лет в армии, и как бы ей питается. С ней можно приготовить также и суп, и с мясом, и как и диетическая, так и сытная еда.